Ребята, всем привет, вы попали на мой канал, и сегодня я снимаю влог. Желаю приятного просмотра. Я уже в Густо, вот именинница, это Настя. Ей исполняется сегодня 10 лет. Да, сначала 10 лет. Здесь вот Аня, ссылочка на ее канал будет в описании. И Лера. Вот. Лера. Ой, Лера. Ты чё? Это Аня. Нам принесли теперь еще мороженое. Капец, два коктейля выпила. Два. Я не буду. Дина! Так, мы сейчас будем. Мисс, кис, кис, давай вверх, давай вниз, под наш трек шевелись, это бомба, приколись. Кис, 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 это бомба, приколись. Принесли еще коктейль, еще мороженое. Послушайте. Ну-ка, тихо. Вот так вот ты делаешь. А мне вот так больше нравится. А ну-ка. Просто когда у тебя попалась розовая маршмелка. Да. А я... Блин, у тебя тоже маршмелка. А нет, это не маршмелка. Рашуня, Сока, привет! Ребята, мы троем. Сейчас пойдем гулять. А меня вообще не Да. Мы сейчас идем в Экомаркет. Потом еще погуляем где-нибудь. Да. Короче, у нас есть еще час погулять, даже больше, наверное. Даже больше. Но мы должны успеть на автобус. Стена, я могу побольше гулять. Ну да. Побольше погулять. Да. Это ты снимаешь на... Что это такое? Собери все 25 волшебных наборов. А что это? Ребята, если вы знаете, что это такое, пишите в комментариях. Ух ты, девочки. О, посыпочки. Вот это все классно. Я пробегаю. Чтобы сейчас здесь маски увидеть. Такого паука. Пошли. Мы зашли в Экомаркет. И выходим без ничего. Мы ничего а не будем. А сними как оно открывается. Да ладно. И закрывай. Открывайся. Сейчас мы идем. Сейчас. ВТБ. Пойдем в ВТБ. Давайте потом в Теремок зайдем. Давайте. А давайте потом в Еву зайдем. Давайте сейчас в Теремок, он самый ближе. Давай. Сейчас. Да. Потом в Евушку, потом в ВТБ. А потом в уголек к моей маме. Да. Окей. Окей. Какой здесь арбуз, дерево и апельсин. Мы купили уже клей, пупан и блесточки, глиттер. Так, маска уточки. Надо домой, к сожалению, да. Все, мы я уезжаю. Хочу, хочу. Не знаю. А может без родителей? Ребят, так как здесь ничего не слышно, я вам сейчас скажу. Мы купили лосось, корм, имбирь, мидии, уксус, соевый соус, зелень, нутеллу и много всего. Это нам надо маме на день рождения. Мы будем делать только одни суши, без салатов и без всего вот этого такого. Короче, просто чисто много суш. Вот так вот.
Скажи привет. Раз, наверное, два, три. It's hard to breathe, but that's alright. День заканчивается. Надеюсь, вам он понравился. Если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А я вас всех очень люблю. Пока-пока.